Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе уже два дня фиксируется полное прекращение огня, хотя возобновление полномасштабных военных действий остаются главной угрозой. Первая и главная угроза, что в любое время, несмотря на то, что два дня мы имеем полное прекращение огня, только две вылазки диверсионно-разведывательных групп вчера и сегодня. На 500-километровом участке фронта огонь ни с артиллерии, ни с гранатометов, ни со стрелецкого оружия вообще не открывался, сказал президент на заседании Кабмина во вторник.